Доброе утро, хотела сказать, мои дорогие. Уже далеко не утро, скоро вечер. Вот решила я вот этот мячик обклеить гипсовыми бинтами. А потом посмотрю, что получится. Может, кашпо. Обычные бинты гипсовые из аптеки. Вода. И мячик. Посмотрю, что я из него сделаю. Но это долгая история. Не буду я вас мучить. Поклею потом. Ну что, мои дорогие. Обклеила я его. Вот одним слоем. Но хочу сказать, что, наверное, слоя 3 надо. Ушло у меня 45 минут на это, но я не торопилась. И 2,5 упаковки бинтов. Так что проблема одна. Бинтов много. Так что завтра схожу в аптеку, куплю еще бинтов и продолжим. Ну что, мои дорогие, вот развела я цемент с песочком. Сейчас буду промазывать. И что, мои дорогие? Неделю уже, как я с этим мячиком вожусь. Уже, надеюсь, последний раз, наверное, я его сейчас намажу. Намажу сейчас и буду его красить и думать, куда его пристроить. Мазала я его каждый день. Уже со счета сбилась. 7-й раз, видимо, наверное, я его мажу. Мячик у меня сдувается потихоньку там. Практически высохла. Что?
Ну вот, видите? Сейчас она еще чуть-чуть подсохнет. И я ее пойду в подвал покрашу. Конечно, неровная, потому что цемент с песком. Такая она шероховатая. Красить я буду вот такой краской. Сейчас подсохнет потом с другой стороны. Ну вот, петунию я посадила. Темную. Я так люблю темные петунии, вот эти, которые как бархатные. Вот, пусть растет, разрастется, будет побольше их.
Thank you.